В Ахтынском районе два памятника культурного наследия нуждаются в срочной реставрации. В аварийном состоянии находится Ахтынская крепость 1839 года и историческая мечеть в селе Хрюк. Почему культурные объекты не спешат спасать, в сюжете Абдурахима Билалова-Даганай. Ахтынская крепость для посещения туристов закрыта. Висит замок. Дело в том, что Росимущество отдало ее в аренду московскому благотворительному обществу. Ухода за ней нет. И это несмотря на то, что находится она под охраной государства. Многие объекты культурного наследия в аварийном состоянии. Самая южная крепость России 1839 года постройки под угрозой исчезновения. Стены первоначально были высотой около 6 метров. В самом центре оборонного комплекса расположена солдатская часовня. От нее почти ничего не осталось. Стены обрушились вместе с крышей. Поблизости комендантский дом все еще проявляет свою стойкость, несмотря на трещины и прогнутую крышу, делится директор Ахтынского краеведческого музея Ахмед Дагларов. Скоро арендные отношения закончатся с этой организацией. Они ничего не сделали, и крепость, значит, полуразрушенная она. И никто отвечать не будет. Крепость считалась резиденцией начальника Самурского округа Российской империи. В 1848 году эти стены атаковала многотысячная армия имама Шамиля. Приступ был отбит. От истории Кавказской войны захватывает дух, делится Юрий Снегирев. Турист приехал в Дагестан из Кирова, чтобы поближе познакомиться с историей нашего края. Собирался посмотреть изнутри этот памятник архитектуры, но не знал, что объект культурного наследия находится под замком. Туда зайти, к сожалению, нельзя, она закрыта. Вот, но я планирую, может быть, посмотреть так со стороны. Ну, конечно, очень жаль, да, потому что такой памятник архитектуры и истории, про него я слышал. Я, на самом деле, сам историк, поэтому мы изучали и Кавказскую войну очень интенсивно у себя на факультете. И вот, собственно, да, видеть такой исторический памятник в таком состояние очень печально. На территории крепости еще возможно создать историко-туристическую инфраструктуру, считает руководство района. Написали письмо на имя министра культуры России с просьбой передать объект Фонду возрождения Ахтынского района, который в свою очередь берет на себя обязательства по реставрации и возрождению крепости. Но вот уже прошло 4 года, как территориальное управление Росимущества в Дагестане передало Ахтынскую крепость в аренду благотворительному фонду «Русская эмиграция». Передали в целях сохранения объекта культурного наследия, находящегося под охраной государства. В общем, арендатор должен был проводить работы, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия. Ну, на место вот выезжали, был акт проверки 2015 года, и выезжали в 2019 году, и актом осмотра было выявлено, что состояние разрушения, обвалившаяся крыша, разрушенные стены и что работы как таковые не ведутся по сохранности. Но мы обращались в отдел МВД по Ахтынскому району, чтобы по порче имущества и по факту хищения были приняты меры. А агентство по охране культурного наследия республики пока не видит оснований для досрочного прекращения договора с действующим арендатором. До 2022 года действующий договор есть. Пока правовых оснований прекращать договор у нас нет. Но дело в том, что декларировали очень большие цели реставрации, но они не были выполнены. Это историческая мечеть в селе Хрюк Ахтынского района, редкий образец культовой архитектуры Южного Дагестана. А в минарете высотой около 22 метров отразились черты оборонного зодчества Лезгин. Построена древняя реликвия более 300 лет назад. Сейчас эта достопримечательность находится в аварийном состоянии. Дело в том, что в ночь со 2 по 3 января этого года в Южном Дагестане произошло землетрясение магнитудой в 4,5-5 баллов. В результате трещины минарета, которые появились еще в конце 60-х, стали еще больше. Теперь объект культурного наследия 18-19 веков под угрозой обрушения. Могут пострадать и соседние дома. Состояние объекта федерального значения культурного наследия было нами сообщено прокуратуру по Ахтынскому району, прокуратуру Республики Дагестан и в Росимущество Республики Дагестан, на балансе которого состоит объект культурного наследия. Сама мечеть закрыта из-за угрозы обвала крыши. Кровля течет, полы гниют. У местных жителей нет права самостоятельно ремонтировать сооружение культурного наследия федерального значения. Таких 11 опор
вы видите, очень большие, очень такие крепкие опоры. И каждую опору вы видите ручной работы. Даже с Москвы приезжали, чтобы это есть форму. У них такое дело. Но они гниют. Гниют на глазах, мы ничего не можем делать. Как заявили в агентстве по охране культурного наследия республики, не в их полномочиях включать аварийную мечеть в проект реставрации. В их силах только обратиться с этим вопросом к собственнику. Мы обращаемся к титульному собственнику территориального управления Росимущества, чтобы обеспечили сохранение объекта культурного наследия, как требуется по закону. Ну, отвечают, что в настоящее время чего-то, денег нет или еще другое, мы не можем. А Росимущество любит спорить с нами. Имущество. У нас нет выделенных средств из федерального бюджета на данные цели. Я могу сказать, что федеральным законом 2002 года об объектах культурного наследия все полномочия по сохранению объектов культурного наследия делегированы субъекту федерации. То есть за это как бы вот так наследие, как я считаю. По словам специалистов, чтобы сохранить памятник культуры, в первую очередь необходимо разработать научно-проектную документацию и начать противоаварийные работы. Жители села Хрюк, в свою очередь, надеются, что объект культурного наследия, оставленный предками, сохранится. Абдурахим Билалов Даганай, Саид Кутиев, Марьяна Курбанова, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Ахтынский район.